Ну вот, наконец, я в Абхазии. Прибыла в Сухум по адресу Мачевариане, дом 1, в гостевой дом у Петровича. Здравствуйте! Милости просим! Здравствуйте! С приездом! Ой, как у вас вот здесь? Вот вы попали в замок барона Тужба. Так. Вот эта часть нашего двора предусмотрена для стоянки машин. Все закрывается очень плотно, с улицы нас не видно. У каждого номера будет свой ключик, который в любое время может открыть ворота, пойти куда ему угодно и в любое время прийти. Замечательно. Я услышала замок барона Тужба. Зураб Петрович Тужба. Это абхазская фамилия. Ага. Она очень распространена, большой у них род. Ну, у моего Петровича есть даже княжеские корни. Ух, надо будет познакомиться. Обязательно. Я думаю, что вам предоставится такая возможность. Замечательно. А вот если учесть, что это все Петрович делал своими руками, то вы, считай, уже и познакомились с ним. Во всяком случае, с его творчеством вы уже слегка прикоснулись к его творчеству. Так, надо же, как уютно. Вот это все своими руками Петрович в течение нескольких лет постепенно создавал такой уют, чтобы всем было здесь приятно и душевно. Замечательно. Ну, сейчас осень, немножечко листики нападали, мы ждем, пока чуть-чуть подсохнет после дождя. Замечательно. Сейчас конец ноября уже практически, да. Завтра 1 декабря, да, но здесь зима. Очень тепло. Ну, зима ваша мне очень нравится пока. Хорошо, зима нам тоже нравится. Так. Ну, сейчас я хочу вас пригласить на второй этаж, покажу вам один номер, к сожалению, другой занят, я думаю, что пока одним. Хорошо, один номер обследуем. Хорошо, детки, мы поднимаемся. В свободное время, вечерами, в основном летом, могут здесь поиграть, здесь игровая зона, еще предполагается большой телевизор, но пока мы... А какого возраста детки у вас занимаются? А сейчас занимаются от 2-3-4 лет. От 6 лет детки занимаются бальными танцами. Как интересно. Ну, все, что можем. Да. Зимой. Водопады Абхазии. Да, водопады Абхазии здесь тоже. Здесь мы попадаем на второй этаж. Это у нас двухкомнатный номер со своей верандой. Вот такая вот предусмотрена кухня для приготовления питания. Ага. Может быть, свет включить? Свет включить можно, да. Ух ты! Ну да, все условия. В стиле дачном варианте, скажем так. Да? Да, и вот такая летняя верандочка. И летняя верандочка здесь, в принципе, кушают даже сейчас. Здесь наша гордость. Мы это называем тайским садиком. Девочки здесь даже завтракают в солнечную погоду. Можно посидеть. Да, конечно, очень уютно в тени. Да. Вот вечерами здесь шашлыки готовим. Ага, при шашлычные желании даже. Можно принести. Угу. Хорошее мясо выбрать и покушать. Так, а здесь ага, просто видно, что там внизу. Это сад, есть. Да. Это зелень сейчас, девичий виноград пожелтел, он очень яркий, красочный. В октябре это выглядит еще экзотичнее. Вот. А вот такой вот номер, тоже своя веранда здесь. Здесь летом виноград растет, можно даже покушать. Вот такой вот, свет, наверное, выключится. Вот такой двухкомнатный номер. Ах, кот здесь. Наверное, это темно. Так, это однокомнатный номер, да? Это а, нет, двухкомнатный. Двух, конечно, номер. Такая широкая кровать. Номер, да. Двухместный. Двухместный, здесь да. Два места.
Обычно здесь папа, мама, а там детки устраиваются. Ага, вторая раздельный комната. Санузел. Туалет в одной комнате, душевая в другой комнате. Замечательно. На. Ой, красота какая. Ну, наш дворик. Немножко. Вид со второго этажа. Да. Немножко, может быть, осенний вид, не сезонный. Ну, можно представить, насколько шикарно, конечно, это выглядит летом, когда все цветет и благоухает в зелени. Особенно мне нравится май и июнь. Здесь май цветут июнь. Розы мои. А-а-а. У меня белая роза, она только в мае и в июне цветет. Понятно. Это мушмала. Видите, начинает зацветать. Мушмала. Вот цветочки ее. Это у нас такой зимний. Оно съедобное или что? Да. Это самый первый фрукт, который в конце мая, в начале июня уже будет готов. Кисло-сладкие такие ягодки. Ну, достаточно крупные, вот такие примерно. Угу. Очень богат железом и разными кислотами, аминокислотами. Очень полезный фрукт для сердца, для крови. Вот такая вот штучка, которая в ноябре, в декабре цветет. Тоже своя экзотика в нашей зимой. Понятно. А это аралия бумажная. Вот она, это тоже ее цветы. Это она цветет. Аралия бумажная. Это она уже распустившаяся. Это цветок. Но оно, конечно, не пахнет. Но тем не менее, это цветок. Вот еще один наш двухкомнатный номер. Тоже мы предлагаем его семейным. 4-5-местный. Ух ты. Вот гостиная начинается. Какой он действующий колоритный. Камин. Ух. Это все работа Петровича Чеканка. О, красота. Это прямо такое вообще роскошное. Да. Очень за парной стойкой находится у нас кухня своя. Угу. То есть здесь можно приготовить. Здесь холодильничек есть. Угу. Есть плита, чайник, ну все, что нужно для хозяйства. То есть позавтракать, пообедать и поужинать можно. Если у меня не заказывают, то готовят сами себе. Угу. Мне сказали, что вы очень вкусно готовите. Спасибо. Почему-то всем нравится мое блюдо, кроме Петровича. Скажу честно. Он у меня очень требовательный к моему питанию. Так, это значит, на сколько мест вы сказали? Это на 4-5. На 4-5. Ну, 5 это если поставить здесь раздвижное кресло, то еще можно здесь двое в спальне. Здесь в спальне еще есть. Вот. Спальня предполагает, как объединить кровати, получится одна большая, так и раздельно. Можно понятно, поставить. Да. Угу. Вот. Уже по желанию. Да. Угу. Нужно лампы включать, читать. Угу. Ну и санузел. Душевая, да? Душевая, унитаз, раковина. У всех у нас зимой мы обогреваем эти душевые. Угу. Здесь тоже можем поставить в комнате обогреватель. Угу. А так сплит-система работает и на холод, и на тепло. Так, картины автора? Нет, это не Аня Петрович. Это подарили. Друг Петрович. Ну вот абхазские художники так умеют рисовать. Понятно. Они напитываются красками. Мне здесь очень импонирует гамма цветовая. Да. Красиво. А вот это орех. Орех? Это орех, да. Вот то, что. Отреставрированный. Ну, это реставрированный, да. Ну, я так думаю, это где-то, наверное, 50-е, 60-е годы прошлого века. Mm-hmm. Похоже, что. Добротно выглядит. Ну, орех, это ж да. Дерево благородное. Так, еще один двухместный номер мы вам сейчас покажем. Да. Этот номер я обычно летом для троих тоже можно. Семейная пара и ребенок. Раскладное кресло, семейная пара, ребенок. Ну, это самый бюджетный вариант, поэтому люди его
И все, что необходимо, да. Тоже ванна, да. Ой, да, душ, у душевая, каждого, да. В каждом номере у нас душевая. Номере. И сам. И только ребенка с собой положить. Такой вариант номера тоже есть у нас, то есть здесь тоже. Либо разъединенная кровать, либо одна большая вместе. Угу. Это для двух человек. Ну, с малышом можно, если у себя, то есть с собой малыша, тогда можно с малышом. А так, конечно, тесновато здесь уже, кроватку не поставишь. Понятно. Со своим. И здесь все в розовом цвете. Это так и называется, розовый номер. Розовый номер, да. Ах, какой красивый уголок для отдыха. Так и хочется сюда приземлиться и посидеть, отдохнуть. Да. Мы, конечно, нашу стройку бесконечную ведем очень долго, поэтому... А здесь предполагается сауна с бассейном. Ну, а это место отдыха после сауны, конечно, будет, я думаю, очень притягательно. Ну, пока сауны нет. Пока сауна. Вы имеете в виду вот в этой, да, вот в этом пространстве? В том помещении, в пространстве там будет сауна. Со временем. Москва тоже не сразу строилась. Да, конечно. Ну, потом мы растягиваем удовольствие, что все сразу построишь, потом неинтересно жить, поэтому... А что за графика? Это графика творения Зураба Петровича. Он у нас, когда устал камни передвигать и строить грандиозные постройки, он решил рисовать. Ну, это символично очень все. Это его... как бы фантазии на тему племен майя, индейцев. Угу. Он уверен, что в прошлой жизни, в одной из прошлых жизней, он был как раз из племени майя. Возможно. Это как воспоминания из прошлой жизни. Возможно. Да, очень интересно. Ну, к сожалению, пока не закончил, но мы все в процессе. Угу. Мы в процессе. Очень разносторонний талант у Зураба Петровича. Вот. Да, человек. От глобального до таких вот очень тонких и четких работ, да. Ну, я не сказала, что, допустим, камин, который видели в номере, это что же его рук дело. По Абхазии даже мы с ним вдвоем где-то. Больше 50 каминов построили, еще он до меня тоже строил, поэтому я думаю, что наберется до 100 каминов, да. Рукотворных очень именно интересно. Зурабом Петровичем, начиная от проекта и исполнения, все полностью его. Угу. То есть это целая коллекция получается целая коллекция. По Сухуму, да? По Сухуму, по Абхазии вообще. И по Абхазии. Ну, какими-то кусочками. Угу. Вот этот тест, наверное, мешает мне взяла. Там у вас тоже на второй этаж поднимаются, да? Да, там тоже, там номер просто сейчас живут. Там. И там еще предполагается еще один номер. Надеюсь, построим в ближайшее время. Мы еще не сложили руки пока. Я представляю, как летом, когда у вас все в розах цветущих, насколько здесь вообще вот сидеть и отдыхать, да, и вкушать. Тень. Да, такой... Чистейший воздух. Вы говорили, что здесь очень чистая вода, и а море вообще рядом, что говорить. Просто да. Буквально 3-4 минутки ходьбы, и мы уже у моря. Ну, нас иногда называют наш двор параллельным миром, потому что мы прикрыты от внешней трассы. Отсюда у нас большой дом пятиэтажный, здесь у нас малолюдная дорога. А на большую дорогу у нас тоже большой дом стоит, поэтому наш дворик, он защищен от лишних звуков, от лишних глаз даже. Вот, очень замечательно. Поэтому нас иногда называют параллельным миром. А мы и не спорим, нам нравится это название. Мы тоже так его называем.